Всем привет! Всем привет! С вами Зиалдан и оператор. Да, брат появился в видео наконец-таки, как мы это знали. В общем, сегодня мы будем играть в лото, в старинную русскую игру. Итак, приступим. Если бы это видео наберет 7 лайков, то мы снимем видео, как мы будем с помощью фрисби резать ленту. Да, так что лайкайте, ребята, подписывайтесь на канал и приступаем. Суть заключается в том, что мы выбираем 5 билетов. Много. Потом играем в лото. И получается, ты можешь выиграть или 3 билета, или все. В общем, суть такова. Кто выиграет 3 билета, или уже 4, ну вообще 3 это уже все досконально, то он съедает имбирь с лимоном одновременно. Кто проиграет? А, да, кто проиграет. Come on! Стороне. Сегодня мне повезло, я выиграл. Поэтому Женя будет кушать лимон с имбирем. Yeah. В общем, сейчас будет вот так. Типа на лимон имбирь наложим. И он это сейчас съест. А имбирь жесткий, он же маринованный. Как еще и для суши. Как прям для суши и ролла. Как твои ощущения? Имбирь жесткий, да. Имбирь острый. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.